Предприниматели малого и среднего бизнеса стали лучше понимать все хитросплетения в кадастровой оценке. В Твери прошел семинар, посвященный данной теме. О чем говорили и каким итогам пришли? Наша съемочная группа побывала на встрече. Спикерами семинара выступили хорошо владеющие темой люди, представители торгово-промышленной палаты, Министерства имущественных отношений, а также руководители профильных компаний. Для начинающих бизнесменов эта встреча – возможность понять основы кадастрового дела. Мы максимально полезную информацию кратко стараемся донести до бизнеса, чтобы люди были более хорошо подкованы в этой сфере. Мы будем рассказывать как теорию оспаривания кадастровой стоимости, азы и основы, чтобы даже не специалист смог в этом разобраться. Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости предусмотрено федеральным законодательством. От ее результата зависит размер налоговых поступлений в бюджет Тверской области и, следовательно, возможность реализации в конкретном регионе важных социально-экономических проектов. Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости подлежат применению на начислении имущественных налогов, определении арендной платы и цены продажи земельных участков. Об этом подробно и доступно рассказали спикеры. Кроме того, подняли еще несколько важных тем. Если вы не согласны с кадастровой оценкой вашего имущества, стоимости земли, да, как поступить, как правильно подойти к вопросу ее переоценки, куда обращаться и так далее и тому подобное. Пунктов много. Для предпринимателей целый ряд других вопросов есть, в том числе мы затронем и строительство, например. Да. Есть строительная экспертиза, есть подготовка, как вы знаете, вот все эти вещи, связанные с именно получением разрешения, да, оформлением земельных участков, они у нас непростые, их надо решать. Участники конференции поделились наработками по наиболее сложным вопросам в сфере государственной кадастровой оценки. Принятые решения станут стартовой точкой на пути трансформации во взаимоотношениях лиц, участвующих в процедуре государственной кадастровой оценки на всех ее этапах.